Добрый день, друзья! Сегодня с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусненькую рыбку, запеченную в духовке с овощами под сыром. Нам для этого понадобится рыба, лук-морковь, сыр, яйцо, соль, перец, специи и растительное масло. Ну что, приступим? Расфилеем нашу рыбку. Вот так, мы возьмем по хребту. Там у нас есть кость, такая вот, мы по ней срежем, и вот у нас получается вот такая вот прекрасная филейка, ребят, смотрите, прелесть, отлично, мы ее положим сюда, эту рыбку нашу мы перевернем, и можно даже начать отсюда, вот так вот, отлично сделаем, вот, отлично. О, прекрасно, даже здесь уже косточка и сама отделилась. Нам сейчас все равно не понадобится. Так, вот здесь косточка. Косточка вот. Мы ее с вами уберем отсюда. Она прекрасно убирается. Рыба это у нас хек. В ней костей практически нету. Вот чем она нравится нам. Рыба хорошая, вкусная и практически без костей. Они есть, но их очень мало. В общем, рыбка вкусная, нежирная. Очень хорошая. И теперь мы снимем шкуру. Шкуру снимем с нашего мяска, потому что нам нужна рыбка без шкуры. Вот она прекрасно снимается, ребят. Просто не рыба, а золото. Ну, здесь у нас небольшая заминка произошла, но это не страшно. Это мы сейчас с вами уберем. Здесь уже вот так вот. Подрежем по этой части. И все, у нас шкурка снимется. Отлично. Вот. И вот у нас получается с вами прекрасная филейка. Смотрите, прелесть. Все. Складываем ее вот сюда, в сторону. И теперь вот то же самое мы повторим здесь. Вот наши филейки. Теперь их разрежу напополам. Вот так вот. Вот, отлично. И теперь их посолим, специи. Вот так вот. И у нас полежат. Отличная рыбная специя у меня, ребята. Специи сыпем, кидаем кому сколько нравится. Соль также. Отлично. Может чуть-чуть перчику. Красота. Пока наша рыбка постоит, помаринуется, мы за это время с вами подготовим овощи. Режем лучок. Так вот. Полукольцами, он длинненько будет. Отлично. О. Замечательно. Теперь мы с вами потрем морковку. Вот сюда же. На терку. Ну вот наш лук с морковкой. Включаем сковороду. Наливаем масло. Оп. И теперь обжарим наши овощи. О, красота! Обжариваем вот так вот. Пока наш лучок с морковкой обжарится, мы с вами подготовим наш сыр. Сыр потрем его на крупную терку. Так. И теперь сюда выбьем яйцо.
Вот так вот. И смешаем это все. Весь наш сырок смешаем с яйцом. И у нас получится как такая сырная шапка. Вот так. Отлично. Будет очень красиво и вкусно. Теперь вот сюда наши овощи, немножко рыбных специй добавим. Чуть-чуть посолим. Ребят, соль по вкусу. Перемешаем это все. Ну вот, наши овощи готовы. Отлично. И теперь их переложу сюда, чтобы они немного остыли. Потом удобнее было нам выкладывать. О, красота. Замечательно. Вот теперь мы выкладываем нашу рыбку в противень. Так, вот наши филейки прекрасные. Вот сюда ложим одну. Вот сюда ложим одну. А, красота. Вот. И сюда одну. Прелесть. Теперь берем нашу начинку. Раскладываем. Вот так вот. Рыбка просто, ребят, просто прелесть будет. Да рыбка и так, она хорошая, мягенькая. Она будет просто таять во рту. Вот, вот так вот. И теперь сверху выложим наш сыр. Подготовленный. Вот так вот. Берем и так вот так аккуратненько его выкладываем. Смотрим, чтобы нам хватило нашей филейки. Вот так вот. Теперь ставим нашу рыбку в духовку, разогретую до 170-180 градусов, на минут 15-20. Ну, поглядывайте, может хватить и 15 минут. Ну вот, время и подошло, вытаскиваем нашу рыбку. Вот так вот отделим. Смотрите, какая у нас красивая получилась. Румяная, просто красота, прелесть. Вот. И вот так вот выложим. Смотрите, какая красавица. Вот. И теперь вот этот вот кусочек. Ай. Просто изумительно. Ну что, попробуем теперь нашу рыбку. Ай, красота. Смотрите, она какая нежно прям разваливается, прелесть. Отлично. Ребят, вкус просто отличный. Рыбка получилась нежная, мягкая, сочная. Рекомендую вам приготовить и попробовать. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка будет внизу под видео. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!